Всем приветики. Сейчас будет обзор на мой Windows 10. Вернее, на мой рабочий стол, который работает под управлением Windows 10. Собственно, вот они. Характеристики. Вот Windows 10, корпоративочка. И, ну, в общем-то, все параметры. Там процессоры, ну, видны, да, вот, потом оперативка видна. А по поводу видюхи, вот, пожалуйста, внешняя, встроенная в процессор. Ну и, собственно, как выглядит мой рабочий стол. Стандартная windows заставочка. Здесь гаджет, их, их не было. Вот, но я привык, что они были, и, собственно, а вот они есть. Гаджет, Ну, гаджет какой? Мне нужен только один гаджет, чтобы видеть, их там много. Но мне нужен один, чтобы увидеть процессор и оперативку. То есть, если ты сидишь, там чем-то пользуешься, там, не знаю, какими-то программками, даже вот те же вот сведения смотришь, но они, естественно, не так открыты обычно. И вдруг видишь, там пошло на 100%, ты сразу такой, ага, кто это? И рядом здесь же программа для просмотра процессов. То есть, вот здесь показываются проценты процессора, а здесь программа для... Управление, управление процессорами. То есть увидел какую-то активность. Там проц, проценты процессора нагрузились, или оперативка заполнилась. Сразу заходишь в диспетчер, он тут, он тут рядом лежит. Ты смотришь, кто съел. Ну вот, по процентам видно, кто нагружает процессор. Либо видишь, кто ест оперативку. То есть, например, рабочие у нас у нас у нас, по-моему, вот здесь в этих байтах, килобайтах видно, сколько сколько оно берет памяти. Вот ну вот смотришь, не видишь кто где чего забирает. Да и в принципе так просто. Ты же уже знаешь процессы в основном. То есть если я, например, запускаю комп, заглядываю сюда при каждом запуске компа, то соответственно, если здесь появится какая-то новая строчка, я сразу такой: ага, что это? Ну, это понятно, это системно. Это, к примеру, к примеру, говорю, что, например, раз, что это? И сразу вопросик. Но я знаю, что это, это вот эта программа. Да. Вот так что. Ну, и эта программа у меня тоже всегда открыта, кстати. То есть все, все видно. Здесь ты видишь процессор, здесь оперативку, здесь, если что, сразу диспетчер задач есть. Здесь корзина, здесь видишь соединение. Зеленая скачка, Красная это выкачка, то есть зеленая ты качаешь, красная у тебя качает. Ну, то есть, либо ты что-то куда-то вылаживаешь, зеленая к тебе, красная от, от тебя. То есть, я, так вот, глядя на рабочий стол, уже вижу, что происходит в принципе. И какая нагрузка. Сейчас вот нагрузки на сеть нет. 500 байт это так, чисто какие-то ну, может, системные какие-то соединения. А вот стоит зайти куда-то в интернет, сразу начнется здесь. Движение. Вот. Еще у меня что здесь включено по всем этим параметрам. Ночной режим всегда включен, потому что вот так оно. А, у вас же не видно будет, наверное. На записи. В общем, да, у меня ночной свет включен, и здесь у меня такое все желтенькое. На записи, скорее всего, будет не видно. Вот, да. Потом что у меня еще включено антивирусник. Как по мне, я считаю, что нот один из лучших антивирусов. Я им всегда пользовался, поэтому, да, хорошая вещь. Потом еще стоит программа для отключения USB-шек, USB Safe Remove, потому что получается, что когда уже начиная с семерки, XP-шка умела, а семерка, там, восьмерка, десятка, один, одиннадцатка, не знаю, вот, не умеют отключать. То есть тут появляется кнопочка «Отключить, например, флешку» или что-то еще. Ты нажимаешь «Отключить», оно пишет «Да, вы можете извлечь», но при этом лампочка не гаснет. То есть, если я стандартными утилитами системными нажимаю «Отключить», оно пишет, что отключило, но флешка горит. Это значит, что оно не отключило. То есть, возможно, оно отсюда пропадет, но при этом оно не отключено. А благодаря этой утилите, ты когда нажимаешь «Щелк», вот, например, что-то, допустим, если я сейчас нажму, ну, отключить вот вот, вот эту штуку мышка мышка отключится потому что она реально отключится то есть нажимаешь вот выгрузить и все и она отключается и, и лампочка гаснет вот что самое главное она реально отключается то есть питание перестает подаваться гаснет лампочка и это я считаю ну как бы утилита лучше работает потому что взять тот же жесткий диск если он полностью не отключится то там может все, ну как бы неправильно но если это SSD, то ничего, в принципе, не станет. А вот если HDD, то могут эти считывающие головки не, не запарковаться и потом будут ездить по железному этому диску и царапать его, когда ты его будешь брать в руки, потому что они должны были там, типа, сесть в свое местечко, а они не сели, потому что они отключились. Ну, вообще, да. Поэтому у меня USB-сейф Тут можно как отключить, так и подключить. То есть, если я отключил флешку, чтобы ее заново подключить, мне не нужно ее выдергивать и вставлять, а просто здесь нажимаешь кнопочку, и она обратно ее подключает, что круто. Потом вот это окошко, это программа, вот она, Networks. Потом NVIDIA, но ну, обычно оно я закрываю. В принципе, можно убрать из автозагрузки, но я этим не заморачивался, я просто нажимаю выход, когда комп включается, да и все. Это Firewall, тоже нужная штука. Он вот тоже соединение контролит. В принципе, ни одна программа не может выйти в интернет, пока я вручную здесь не скажу, что можно. То есть даже если какой-то вирус хапанешь, он у тебя ничего не сможет скачать, потому что ему доступ запрещен. У меня могут выйти в интернет только те программы, которые вот здесь указаны. Получается, ничего в системе не может выйти в интернет, пока я не добавлю это сюда. И здесь вот у меня все, что выходит. Браузер, антивирус и все прилегающие антивируса. Потом Epic Games, Fortnite. Ну, ну, короче, игры, потом. Программа для стриминга. Еще программа для стриминга и Steam. Все. Все остальное в интернет выйти не может. Это круто. А да, еще я вот эту штуку запускаю. Забыл запустить. Это управление видеокартой. Собственно, здесь я задаю такую лесенку при определенной температуре, определенное кручение вентиляторов. То есть, зачем, чтобы они там максимально крутились? Если. Видеокарта не нагрелась. Когда нагревается, чем сильнее нагревается, тем сильнее начинают дуть вентиляторы. Остывает, и, соответственно, вентиляторы начинают меньше дуть. Ну, да, еще у меня еще вот это запущено. Обычно бывает. Здесь у меня отображаются. Кстати, я не знаю сейчас почему, а вот все отобразились. Я уже хотел в настройки лезть. Вот. Здесь меня показывает. Да, обычно у меня так все запущено, просто я как бы в последнее время не загружаю вот эту штуку. Потому что когда я играю в игры, ну, чтобы меньше всяких провок программ работало, а когда особо в игры не играю, то у меня все запущено. А когда начинаю играть, ну, закрываю вот эту вот штуку, ну, то есть не окошко, а вообще программу, выхожу с нее, закрываю USB-шки, потому что, ну, типа, пока я играю, я USB-шки не подключаю, закрываю вот эту штуку. Не, вообще, когда вы играете, лучше следите за процессором. Ну, короче, за нагревом. Это температура всего получается. Вот материнка, вот процессор центральный и его ядра. То есть сейчас у меня на материнке 26 градусов, на процессоре центрально 27, на ядрах 30, ну, 35, грубо говоря. Потом жесткие диски вот в пределах 25, видеокарта 30. То есть изначально, когда вы не знаете, какие у вас температуры, ну, можно понаблюдать, чтобы посмотреть, не перегревается ли. Но так как я уже знаю, что у меня все нормально, в принципе, то я особо в играх за этим не слежу, потому что, ну, чтобы меньше памяти вся... Короче, чтобы больше оперативы свободной было, меньше процессор всякими программками нагружался. Вот. Потом... Да, это вот у меня, короче, следит за всем. Потом... Это у нас стандартная звуковая... от звуковой карты настроечки, да. Это, собственно, от видюхи я показал. Ну и все. Все, да. Потом два плеера. Подплеер и VLC, плеер и VLC. Мне больше нравится браузер Chrome. Потом читал PDF, -к. Это... ну, чисто моя папочка такая, да. Там у меня всякие... Программки всякие для разных штучек. Короче, да. Вот здесь тоже материалы, тоже к этим вот всем программкам. Это как бы две одинаковые папочки, просто по-разному называются. Вот здесь. Ну, а здесь что-то такие чисто стандартные. Ну и, собственно, вот это те. Ну и да, и вот еще Epic Games лаунчер для игр. Ну, магазин игр и Steam-магазин игр. Ну, все. Собственно, да. А еще то, что у меня установлено, в принципе, вот. Гаджеты, про которые я говорил. Эквалайзер. Это чтобы повысить громкость микрофона. А, да, еще установлен кто у меня? А, пуск. Для пуска установлено, ой, Star, Starles Back. Вот, чтобы пуск был такой, как Windows 7, а не как Windows 10. Но что Windows 10, он будет вот такой, ну, короче, некрасивый. Кстати, там, по-моему, есть какая-то кнопка в этом Starlback. Ее зажимаешь, и оно открывает, ну, стандартно. Но я не помню, какая там кнопка, это надо. Ну, мне, я, мне это не надо, потому что, типа, ну, зачем? Я потом и поставил, чтобы не видеть все, все, все этой, в кавычках, красоты десятки. Вот. Ну, а если что-то надо именно глянуть, там зажимаешь какую-то кнопку, нажимаешь пуск, и, и этот Starlback. Star Открывает тебе, ну, стандартный, без всех этих приукрас, десяточный пуск. Вот. Да, так что все вот это стоит. Потом все эти расширения для Visual C++, чтобы игры работали. Драйвера для видюхи. Пабок установлен. Ну, это Steam, да, для Steam. Драйвера для аудио. Вот. Архиватор. И графика для процессора. Чтобы, ну, в смысле, можно было встроенной видюхой пользоваться. Вот такая у меня, в принципе, система. Да. Такой вот у меня рабочий стол. Окошки я всегда делаю такими, чтобы были такие прямоугольнички. Открываешь прямоугольнички, заходишь там сюда, в какую-то папочку, и у меня идет обычно имя, размер, тип, дата изменения. А оно побольше обычно вот так. Да, короче, такие вот делюшки. Опа, загрузочка пошла. Короче, да. Собственно, такой вот рабочий стол. Больше так особо ничего нету. Всякие темы, персонализации, так здесь тоже особо ничего. Я не помню, что там было. Фон. Там обычно... А, да, здесь даже уже какие-то... Пред... Ну да, предустановлено. У меня вот выбрано предустановленные цвета цвета такие вот выбраны синенькие экран блокировочки вот кстати красивые у меня когда ком включается у меня такой экран блокировочки такие -э, какие-то скалы Ты, вот короче где-то едешь под землей и все такое светится ну короче красиво да как будто ты в тоннеле едешь но он такой весь светится тема какая стоит я не помню я не помню да какая какая тема стоит я даже вот и не вспомню я вставил, коррек... конечно, какие-то а там ю... ю... ну, Ubinity, или как оно правильно называется. Но вот я даже сейчас не вспомню, какая тема стоит. К сожалению. А как посмотреть? Текущая тема другая. А, ну да. Другое. Ну, короче, я какой-то выбрал, потом я ее кастомизировал, ну, то есть что-то еще менял. И, соответственно, поменялись и... Ну, отписи. Не помню. К сожалению. Да. Ну, какая-то из этих. Ну, явно, что они какие-то там разрисованные. Ну, вот если смотреть по цвету... Хотя цвета я тоже мог изменить. Я, короче, я не помню. Хотя здесь особо никаких наворотов нету. То есть это обычная тема стандартная. Просто что поменял фон, курсор мыши сделал другой увеличенный. А то он сильно маленький был и беленький. Вот на белом фоне, кстати, курсор на белом фоне вообще плохо виден. Вот если взять, допустим, мышь, кстати, у меня еще в пуске стоит панель управления списком. Так вообще круто. Не то, что там открываешь папочку, вот типа как оно открыть. И вот ищи здесь. А вот списком. А здесь прям все, что есть, вот оно. Мышь указатель. Мне так быстрее ориентироваться. Вот ты на белом фоне видишь черную мышку. На черном фоне видишь белую мышку. То есть ты везде видишь именно белом, и на черном. А если ставить просто, как, как по умолчанию, стоит, вот такая беленькая. Так, ну там такая маленькая, маленькая обводка, ты ее слава будешь видеть, поэтому я взял такую широкую обводку. На да, фон поставил такой, потому что он другой был. Там какой-то. Ну, короче, я захотел, да, такие темные это нам. Да. Вот, цвет. Ну, цвет поменял, да. Но вот какая тема была, вот вообще не вспомню, к сожалению. Ну, а без наворотов, потому что там навороты, там уже кнопочки, вот эти вот другие сверху. Здесь, ну, такое уже снизу навороченное. Поэтому да, особо без наворотов. Вот. Так что, собственно. Собственно, такая вот у меня тема, такой вот рабочий стол. Ну, это десятка, здесь у меня все по минимуму, я в основном на семерке сижу. Потом, когда-то, может быть, я сделаю семерки обзор. Но там будет, будет явно. Не знаю, там можно и час обзор делать, потому что у меня очень много всего, много программ, много всего. Да, но это потом. Вот, но на этом все. Всем покедова. вам.